Когда-то в школе, еще в 10 классе, первый раз нас привезли на экскурсию на целлюлозно-бумажный комбинат. Это еще было на Байкале. Первый раз я посмотрел, привели нас в варочный цех. Что-то так в душу запало. Но после 10 класса призвали на военно-морской флот. Отслужил на подводной лодке. Поступил после этого по направлению в институт. После института пришел в этот варочный цех. И вот уже 42 года я связан с этой специальностью. Провел всю, наверное, сознательную жизнь в варочном цехе, варил целлюлозу, смотрел, как она получается, вникал в тонкости, осваивали новую технику, вводили новые технологии. Было очень интересно, были заинтересованы. Недавно прошло 40-летие первой варки. Но 40-летие первой варки это было, мы сварили первую целлюлозу, еще не отбеливали ее и передали ее просто на сушильный цех. Потом завод был на доработке, пусковые ремонтные работы. И вот в 2020 году исполняется, как завод наш полностью вошел в строй и полностью заработал, постепенно наращивая мощность, осваивая проектные мощности. Но сейчас уже превышаем проектные мощности. Идем дальше. На месте не стоит завод. Были у нас и трудные времена здесь, на ЛПК, на нашем Усть-Илимском. Наверное, как и во всей стране в 90-е годы. Но, тем не менее, куда-то искать кусок хлеба пожирнее с икрой, с маслом, я не пошел. Остался верен своей выбранной специальности. Просто уйти, бросить как-то не получается, да и не хочется. Но все-таки я ушел на пенсию. Ну, просидел всего 3 месяца на пенсии. И вернулся обратно, но уже не в качестве варщика варить целлюлозу, а в качестве наставника, эксперта по варке. Сейчас вот здесь, в учебном центре, я готовлю материалы, учебные материалы для варщиков. Читаю им лекции, принимаю экзамены у них. И дым Отечества нам сладок и приятен. Так вот этот дым Отечества, это вот дым, который идет с наших труб. Нам приятен дым вот этого целлюлозного нашего производства. Нам приятен не стук некрасовского топора, доносящийся из леса, а гул современной лесозаготовительной техники. И пока все это крутится, работает, пока из труб идет дым, у нас есть перспективы, у нас есть уверенность в завтрашнем дне, у нас есть уверенность, что есть где работать нашим детям, внукам. Считаю, это все мое родное. Другого я просто не представляю.